Климчук ТВ сейчас просто прям сразу заряжай, бро. Прям сразу заряжай. Это дирижабль какой-то, засасывающий шланг, вот этот черный, который лежал. По моей версии, они такие штуки, в принципе, из Черного моря прокидывают. Ну вот, чтобы мы сейчас запечатлели такое это. Всем привет, дорогие наблюдатели. Совсем недавно в горах Грузии, если быть точнее, 10 февраля, один хороший человек поймал удивительное событие. Снимая горы на 10-кратном увеличении, он заметил, как над ними образовалась туча, которая напоминает шланг. Через 15 секунд произошло что-то невероятное. Светлая точка была на краю тучи. Она вдруг начала медленно расширяться, всасывая ее в себя. В общем, нужно сейчас посмотреть оригинал видео, а после этого мы ускорим видеоряд и изменим цвет. Поехали. Юрий Лир, Дэвид Тайк, Влад Фридом. Все были правы, говоря о том, что танкеры воду добывают и так далее и тому подобное. И вот мы видим процесс как раз таки на 10-кратном увеличении Samsung A50. Десятикратное увеличение, поэтому мне... Ну, в нашем визуале что-то интересное происходит. Я же говорю, шланг появился, а теперь появилось там на шланге. Появилось что это? В облако превращается. Ну вот глазами я не вижу это, допустим. Настолько это далеко. Да, вот этот черный шланг превращается вот теперь в белоснежное облако. Формируется. Вот это вот вся черная, вот это вот весь шланг, как я его окрестил. Вот, собственно, превратится в белое у нас. Интересно, конечно. Черный шланг превращается в белое облако. И передается. Хорош вообще. Прям не палитесь, чуваки. Жесть. Пылесос. Работает пылесос. Дело в том, что его не видно. Самолет видно, а его не видно. Хорош вообще. Климчук ТВ сейчас просто... Прям сразу заряжай, бро. Прям сразу заряжай. Это дирижабль какой-то, засасывающий шланг, вот этот черный, который лежал. По моей версии, они такие штуки, в принципе, из Черного моря прокидывают. Ну вот, чтобы мы сейчас запечатлели такое, это... Интересно, конечно. Секретные, мать его, материалы. И глазами не видно его. По сути, вот это вот облако вижу, вот слева, которое находится. А вот его не вижу. Я его должен видеть. Ну, еще который раз убеждаюсь, что на телефон, на камеру телефона в 10 крат увеличив, если можно заснять приинтереснейшее событие. Волшебный телефон, конечно. Фух.
меньше и меньше становится. Даже белые полосы. Где что? Я не заметил, как все испарилось. А ведь нифига не испарилось. Ну и все, дирижабля нет. О, дирижабля. 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 Прям жарит. Прям жесть. У кого-то по 3-4 солнца. А есть просто это выжигатель. Это лютый выжигатель.